Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня у нас хорошая весть. Новые кормушки. Все-таки показали они себя лучше всех. Насыпал. Ничего не рассыпают. Они висячие. Не боятся ни мороза, ни солнца. Насыпал и уехал на рыбалку. На целый день можно уезжать и не переживать. Все остальное, ребята, это игрушки. А сегодня у нас очень хорошая новость. В нашем полку прибыла. Прибыла белая французская индоутка. Старая, потерянная, затерянная линия. Как говорится, не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей. Позвонил, попросил, принесли, подарили. Итого у нас 4 уточки белые и один утак. Этого кроя утака у нас была, потому что наш знакомый ветеринар, где он ее взял, я не знаю. Когда-то приносил нам утака для смены крови, но злые собаки не пощадили никого. Пощадили только одну молоденькую уточку. Как пощадили? Она успела взлететь и перелететь соседу. Это ей спасло жизнь. Ну, будем надеяться, что они будут нести яйцо. Будем надеяться, что утак рабочий. Как-то так, ребята. Так что здесь мы, ребята, будем балка у нас. Будем переделывать. Хотим новый забор, конечно, ставить. Хотим туда дальше уйти, продвинуться. Но тут столько грязи, столько всего понаброшено за года. Иначе все это уходит, уходит, уходит. И если не засыпать, ребята, вот это все, оно туда и уйдет. В нашу огромную балку. Там огромное озеро. Были бы лодки, выход можно и, как говорится, огромнейшее озеро. То есть это у нас огромнейшая, главная в нашем районе балка. Вот, мы живем здесь. Сазаны были с килограмм 12-13. Потравили много лет, лет 15 назад потравили. Только были, остались только басни об этой балке. Ну и, соответственно, здесь у нас, ребята, сырость огромнейшая. Если идет наводнение, ребята, оно доходит вот до суды, до этого забора доходит. Тут я поднял специально, сами видите, что я поднял. И как бы птичку, чтобы не залило. Если вдруг будет наводнение, птички есть куда запрыгнуть и переждать до нашего прихода. Как таково, ребята. Ну что ж. Будем ждать потомства. Буду вам показывать потомство. Сейчас, конечно, ребята, никакие продажи не будут. Будем только для себя разводить. А если будет лишнее, конечно, мы продадим. Наверное, это будет позднелетняя птичка, ту, которую будем продавать. Ну, а весеннюю будем оставлять себе. Потому что тоже, наверное, уточки старенькие, вижу, есть. Вот как-то так, ребята. Так что в нашем полку прибыло. И мы продолжаем держать. Как бы большая часть это для себя. Потому что спрос на эту птицу почему-то нет. Все на белую Гринфилд. Или как там производитель производит, который мясную утку, ребята. Потомство не повторяет тех факторов все-таки. Это типа или мулард, или кросс, или как назвать, я даже не знаю. То есть, ну, не повторяют тех характеристик, потомство не повторяет тех характеристик. Поэтому вот, да, тушка маленькая, ребята, но вкусная. Беленькая, чистенькая. Поэтому на праздники, на Новый год иногда мы подрезаем такую птичку и с удовольствием ее кушаем. Вот она для себя кушает, она корма очень много. Он как насыпал с утра ковш, так они никто и ничего не едят. То есть она вон траву будет сейчас есть больше, чем все зерновые. Ну а на этом мы, ребята, с вами прощаемся. Поэтому встретимся мы с вами в следующих видеороликах. Или как вылупятся у нас утята по этой теме.